Всем доброго дня, добрым людям. Кошки, вон там корм покупают. Для помидорчик пару штук. Так что я без помидоров не могу ничего не давать. А это блинцы. Я разжариваю мир. Они в морозилке были, у меня остались. Никак не поедят, да. Пришлось убирать в морозилку, лежали сколько. Вот. У меня морозилка хорошо морозит. Спать хочется. Я спала немного. Я уже от жары все, я не выдерживаю. Сколько-то, не знаю. Легла, включила это. Вихрь этого. Прокопель какого-то. Инопланетянин это. Почему ты инопланетянин? Красивый дядя. Такой сексуальный. Это. Включила и как обычно. А я поехал в город, клавиатуру себе купил. Под его голос вырубил, короче. Получается, наверное, уснул. Вот. Сейчас. Гречки еще вон сколько осталось. Наготовлю, а потом все лежит. Никак да. Не поедай. Сейчас разжарю блинцы да гречку. Я-то почти это. Короче, я мало ем. Точно короче. Такая же. Черная. Когда много, когда мало. Точно такая же черная. Вся черная. Была 600. А вот такая вот белая была 500. Почему разница из-за цвета? Точно такая же все. Я не знаю, почему разница была из-за цвета. Может, потому что черный пигмент сложнее получить. Может, пластик отличается. Я не знаю. Я все мечтаю раму дорогую купить. Да, сейчас люди стали не те, как говорится, все. Смартбай. Послушай громкость. Приходит. Она тише той на многие, не знаю почему. И она удобнее намного. Да и пластиком не так воняет. В отличие от той. Ну, есть запах. Ну, а что ты хочешь за 500 рублей? Ну, надеюсь, она лучше будет работать. Глянь, даже тут в этой в пленочке. Я туда вон цветок наверху. Глянь, даже тут это в пленочке. Здравствуй. Мам. Пленочка даже. Она красивая, да? Белая, глянь, формы такие. Да и пластик гладкий, попробуй. Да-да, красота. Ну, давай, подкрутим. Посмотрим. Ой, у меня там блинцы загорят, я не люблю. Эмиль, мне надо перевернуть. Ну давай я пока там свое сниму. Покажу. Так. Кстати. Вот. То есть это тише намного. Я не знаю почему так. Ну да ладно. Так, сейчас там провод. Ой. Так, все, прощай. Короче, проблема ее в том, что, к примеру, вот удерживаешь клавишу, вот она печатает какое-то время, а потом стопорится, то есть просто становится, как будто бы я клавишу отпускаю, но я держу. И, к примеру, вот удерживаешь какие-то клавиши вместе, они отпускаются постоянно. Короче, она какая-то глюкнутая. Время сунды. Вот энта сунды. Опч. И она вроде даже с подсветкой. Но я что-то не верю, конечно, за 500 рублей, чтобы с подсветкой была. Раскати губу, как говорится. Хорошо. Это да. Так, сейчас. Мама, она с подсветкой, реально. Глянь. Да притом... Да. А я думаю, без подсветки просто так написали. Глянь, да красивая-то притом какая. Извините,
светишь, может хорошо светить. Ну глянь. За 500 рублей? Да. Я цену не сказал. Так я сказал же цену в самом начале. Ну скажи по чесноку-то 500, давай. 500, честно. Эмиль. 500. Перед Богом. 500, честно говорю, 500. Черная 600 была, я не знаю почему. Из-за цвета какая-то разница в цене. Может, ярче была или что. Короче, наш шутлок отключается. Она тихая. Это Эмиль сам копил. Да. Так, подержи секунду, я просто... Он вот. Подрабатывал. Стой. И набирал. Вот, послушай. Это. И это. Баб ему дала, помогла, короче. Я еще по чесноку скажу. Я не могу. Короче, но... за то, что он шифонерку, которую Димка отдал, это... Я ей шифонерку, да, собирал, да, затаскивали, плюс да, я ее старую убирал. Да, но, вот, блин, вот этот старый какой-то он эту ящик разбирал, блин, выкинул. Она красивая. Которую они вместе с шифонеркой какой-то, он без дверей, как ящик стоял, да. Длинный, здоровый. И, ну, короче, она ему заработала. Да. За то, что он ее сюда красивая, привозил. Блин. Втаскивал. Ты с Димой втаскивал или один? С Димой, а что? Это... Диме ничего не досталось. Я ему жилет и так дал. Ты ему жилет отдал? Да. Так, пускай. Сейчас. Мне для теста. Сейчас. Конечно, когда он только запускается, он долго все грузит. Но да ладно, он потом прогружается нормально. Удерживаю. Видишь? Она идет нормально. Вот, видишь, она идет нормально. Новую строку. Видишь, она идет нормально. Вот это. Я сейчас просто, чтобы показать, что, а то люди подумают, что идиот какой-то клаву покупает, если есть одна. Сейчас. Просто. А теперь вот эту. Я спущу строку. Смотри, удерживаю сюда. А сейчас чуть глюка нет. Ну что, все у тебя нормально, нет клавиатуры. Просто тебе захотелось подсветки. Нет. Ну ладно. Нет, вот, останавливается, видишь? Ага, останавливается. Да, вот видишь, останавливается. Вот. Я же говорю, у нее глюка. Ну ладно, ты это убери. А коробочку-то она теперь испачкалась, она на печке пропылилась. Тебе дать ее? Зачем я уберу ее просто и все? Без коробочки она запылится, как это так? Давай. Куда ты ее уберешь? Я уберу. А куда хоть? В шванирку, что ли? Или куда? Ну, да. А, в эту коробочку бери, да и все. Ну да. В эту коробку бери, да и все. А ты что, яичницу добавили... будешь жарить, да? С помидором яичницу. Я не знаю, почему из-за цвета дороже. Я не буду сильно разжаривать, короче. Так, все. Мам, не помещается в пакетик. Она шили. А творог-то тебе понравился, мам, какой-то? Че был? Пропавший. В светофоре пропавший, странно. А я думаю, это... Как же, с холодильника брала. Мам, она настолько шире, что она в коробку не помещается. Че? Она шире. Из-за того, что две дополнительные. Mm. Два дополнительных ряда клавиш. Она... Ну, я, короче, в пакете. А что теперь с ним делать, с этим творогом-то? Поели, что? Как поели? Ну, значит, не сильно пропавший был. Чуть-чуть, там, миллиграмм просто. Ну глянь, что я себе купил-то. Клавиатуру он купил какую-то. Кстати, красивая, глянь, белая. Я бы мышку себе еще хотел белую, чтобы уж белый сетап был. А что, мышки белые продают? Да, конечно, бывают белые мышки. Mm. И с подсветкой. Я хочу статичная подсветка, чтобы была. Я не хочу, чтобы мерцало, неудобно. Типа играешь, сидишь, вот ты же видишь, не только же монитор. Ты играешь, у тебя вот эта подсветка, она в глаз все равно бросается, она бьет в глаз, ты на нее отвлекаешься. То есть ты отвлекаешься. А это статично, это как на нее внимание не обращаешь. Mm. Да она красивее немного. Да и тише. Так, ясно, по цене. Она потом посмотрит. Ты потом посмотришь, да?
Ну что, накатывать гречку? Да. Так, вот видишь, она первые секунды так клавиатуру нормально работала, а потом начала стопориться. Вот этот баг мой. А часочек посидишь, поиграешь, она еще больше. Две буквы пропечатал, не пропечатывает сколько буквы. Сколько вентилятор? 350 стоит? Да, на присоске. Да толку-то от него? Нет, толк хороший, от него он прям хорошо. Мам, как ты думаешь, вентилятор, это хорошо, это такое, в разные стороны, вот так еще и поворачивать. Ну, 350 стоит. Ладно, давай, пока. А что, подожди, я тебе греч наложу колбаску. Ну а зачем на видео-то? Да ну ладно, чего ж такого, и так все не факт. Сегодня снимать нам нечего. Ну она, ты заметил, она намного тише вот это почему-то. Кстати, колбаса это вкусная. Очень. Что? Я отрежу тебе. На видео попробовать. А, у тебя мукбанг. Нет. На видео постоянно почему-то этим ножом пользуюсь. Потому что он мне нравится. Вот это вот мужской нож, это я понимаю, нож. А не вот это вот какая-нибудь. Вот это вот нож, литой при том. Только ем что это? Это для чего-то такого. Ну давай, наложу. Отойди, парень. Все, хватит. Не хочу больше. А я себе тут так и пошла. Не мешай на это. Так. Что тебе, может, сырку там, я не знаю, что тебе. В смысле сырку? И это майонез там или... И это? А он тебе понравился? Да, какой-то сырный, да, соус? Да, а что? Балки, вот. Он хороший или... Да, он мне понравился, он вкусный. Я-то не пробовала еще. Хлеба у нас сегодня. Это вот все, что осталось. Просто положи, да и все. Помидор отрезать? Нет, не хочу. Не любишь помидор? Не люблю. Обалдеть. Я сейчас весь сожру за 5 секунд. Съем. Ну все, давай. Пока. Простой обычный день. Жара невероятная. Продолжение дня. Привет. Ты чего ты орешь-то прям, выкручивайся. И баба с Санькой тоже с ними побежала. А то Аньку уже давно никто не видел. Вот этот мальчик подошла и очень даже хорошо видит. Почтальон России, да. Так, ну чё, давай. Ездил, в общем, да закупал. Сейчас я пока отключу временно холодильник. Сахар там тростниковый увидел. Вот, 100 рублей килограмм или пакет. Я не знаю, сколько там, короче. Ну, там полкило, да. Вот такой вот. Снегнюшка. Правильно. Тебе все правильно она берет, абсолютно. На, держи. Угледала. Наметилась. Давай я поснимаю. В смысле? Ну просто поснимай, я хочу. Нельзя? А. Твой телефон это? Нет, выкладывать. Я не понял. Я думал, ну. Если ты разрешаешь, ты будешь выкладывать. Ну. Подожди, я не понял. Все правильно, разбирай в порядок. Грибы нет. Тоже бывает нам. Я не понял, я потом ты достанешь, я не понял. И грибы, да, правильно.
Подожди, не торопись, не торопись. Я в магните брала такой лаваш. Это хороший. Не помню, сколько. Он дешевый, короче. 11 рублей корм. Это 9 рублей корм. Это 11 рублей вот эта штука, по-моему, стоит в магните. Так быстро достаешь, я не успеваю снимать. Ну, показывай. Ты же, ну, показываешь, а я показываю. Яйца 55 рублей. Яйца хорошие. 55 рублей. Яйца хорошие, не мелкие, крупные яйца. Ай, я подумал, смалец. Хрен. Обалденная вещь, кстати, хрен, это очень полезная вещь. Я уже подумал, смалец. Смалец мечтаешь, да? Да, мне понравилось. Колбаска такая 86 рублей. Мам, колбаска такая 86 рублей. Это недорогая. Фасоль красный 26 рублей. Ай, вот эта колбаска, по-моему, 26 рублей. 36. Тоже. А, 36. А не 36. А, по-моему, 20 чем-то. 26 она, по-моему, уже стала. 26? Ну, да. Подешевле. Да, да. Мам, вот эта колбаска. Это чисто так вот, ну, когда-нибудь там, на бутерброд или что. Вот. Морковка подешевела, 86 рублей. Мам. Я чисто так хоть 3 штучки купил. Банан 30 рублей. Сколько поди? 36? 86 морковка. А, я уж обрадовался. Вот. Помидоры по 50 рублей килограмм крупные я взяла. Помидоры крупные, прям вот такой вот. Вот. Помидор крупный. Вот. Помидор. А, дыня 75 рублей килограмм. Тут на 180... с чем-то, короче, дыня у меня получилась. 180 с чем-то рублей. Так, лук 25 рублей килограмм в магните. 25 рублей килограмм лук. Так. А это 86 рублей, по-моему, да. Так. Да. Вот, бананы. Это, короче, 43 рубля. 43. Клавиатура суперская, удобно, да? 43 рубля. Это 40 рублей. Газировка, правда. Ну, наоборот, хорошо газировку охладится. Охладится. 25 рублей. О, это мне? 25 рублей, да. Это мне? А я не знаю, кому. Ну, а что это? Мне тогда, если один. Если один, то всегда мне. Да ладно, шучу. Если один, то всегда мне. Не, ну я творог хочу. Ну возьми вчеранюшки этот творог, мам. Ладно, я ему, мам, маленькую. Лицо, за 25 рублей, ладно? Вчеранюшки, а сегодня ему тогда. О, это хороший, кстати. Так, это 18 рублей батон. Вот эти около 200, короче, рублей. А, нет, нет. 190 рублей без рубля, по-моему. Вот видишь, эти. Какой 190 рублей, бумаги, да. Бумаги специально. Это по 10 рублей. Ой, это мне сейчас заваришь. Че? Ну. А. Пора хорошая. В бумаге специальные даже. Вот. Хороший твой. Да. Ну как, откуси, хоть покушай. Как... Вкусный, да? Реально не сухой, Емелюш? Нет? А это вот. Хлебушек возьми, твой любимый. Кстати, вкусняшки. 60 рублей одна штука. Ма. Хлебушек. Ну и бананы там все вот это вот. Бери, что нужно, короче. Что нужно, то и бери, короче. Ма. Да не, сейчас я разрежу пополам, прям сразу, если хочешь. Ну, а колбасу я, ты из холодильника сама, если что, возьмешь, правильно? Что я буду? Я не снимаю, тебе подходить, что-то боюсь. Тем более, ты что, я не пойму. Ты вроде не страшная. Привычка такая. Какая чудище заносит, даже морщин почти нету. Бананы набери, возьми, они прям сахарные, мам.
по 30 рублей килограмм. Они прям сахарные. Емелюш, а кое-что тут, где еще, сынок? Мам, подойди, мам. Открой, сынок. 500 рублей килограмм. Мам, подойди на секундочку, ровно. Я не снимать, я не переживай. Обещаю. Это... Как ее? 500 рублей килограмм. Всем по одной конфетке 62 рубля у меня вышло. Сейчас, Нюшечка, сейчас. Держи. Мама, она у меня не берет. Я кокос взял. Нет, кокос это я хотела. Я думала, ты с орехом возьмешь. А, почему это не все время с орехом? А потому что мы беззубые все. А я почему все время? Если вы орех не едите, то я должен обязательно орех есть. Че тебе? Я, может, тоже орех не очень хочу. Мам, выбирай тебе какую. Какие тебе две штуки? Это тебе и Нюшке по одной, короче. А что останется, что тогда я возьму. Что, все время орех? Выбирай. Орех один. Какой тебе? Это кокос. 62 рубля, короче, это чернослив. А это вишня в шоколаде. Вот. Короче, одна штука 15 рублей. Получается так, 15 рублей практически. Вот такие. 10 штучек 150 рублей. Да. На один зубок ты что там один раз куснул? Да. 500 рублей килограмм. Ну, они качественные зато. Ладно. Открывай, Нюшок. Ну, как они? Нормальные хоть? Ну вот, Нюшка вообще конфеты обожает, любит. Как-нибудь, если Бог даст, еще, может, я куплю. Я сидел тут от жары, умирал. И это... Они все-таки да, они все-таки достойные, вкусные, мам. Тетрадкой пытался спасти. Тетрадка, а я вам вся обтекаю. Сумка тяжелая, пока дотащилась с Бугра. Тяжелая? С передышкой. Да, тяжелая. Тяжелая сумка. Ну, для меня не тяжелая, ладно. Для тебя, может, тяжелая. Бананы тоже возьмите, мам. Они прямо сахарные. Понравились конфеты, вам скажи. А может, и не очень здорово 500 рублей килограмм-то, мам? Это не дорого, мне кажется, такие конфеты. Я вон в этом, как его, в магните сегодня, 500-600 рублей килограмм. Да фигня такая, фигня. Я скажу, что пробовал. Они конфеты. Настоящую конфету кокосовую. Из натурального кокоса. Они стоят 4000 килограмм. А-а-а. Ни одну гости не помню. Ух. Настоящая кокосовая конфета. Она где-то вот такая была. А-а-а. Там кило почти 10 штучек выходило. Вкуснятина, да? Конечно. В общем, отбирай тут, какие тебе понравятся сама. Дай еще раз Клаву подсуну. Клаву? Ну все, ладно, всем пока, дай хоть махну. Просить, что я ошибки брыжу фото. Я сейчас себя оботрусь, мне реально было трудно тащить, судя по жаре, авто. Короче, вот. Она сейчас поярче стала. Но она белая, она марка. Марка, конечно, будет, но это, как говорится, обезжирка и все проходится. Ну,